что я, конечно, мечтаю поделиться своим творчеством, поделиться своей дружбой, также познакомиться, подружиться с этими людьми интересными. Конечно, море впечатлений жду, немного волнуюсь, и хорошего всем Рождества, ура, ребята! Что меня поразило сразу на входе сюда, это тепло, теплая обстановка. Хочу поделиться с вами своим настроением, оно у меня прекрасное, и я надеюсь, оно у вас будет таким же. Я на этом фестивале Интрига-шоу уже второй раз, и мне тут очень нравится. Хотел вас поблагодарить за этот фестиваль, за то, что у творческих людей есть такая возможность собраться все вместе, и поздравить всех с Новым годом. Ну, кто это все придумал? Они хорошие люди, они замечательные. Кто у нас тут участвует? Они прекрасно поют, танцуют, у каждого есть свой талант. Для меня огромная честь участвовать сегодня в международном фестивале «Интрига-шоу». Я желаю всем участникам удачи. Я впервые на этом фестивале. Я, честно говоря, еще не знаю точно, что здесь будет. Мне это интересно. На улице мороз, на душе лето. А значит, мы замечательно встретим и тепло проведем это время. Всех с Новым годом и наступающим Рождеством! Меня зовут Татьяна Воробьева, я приехала из Минска, это Беларусь. Я очень счастлива сегодня участвовать во втором международном фестивале искусств «Интрига-шоу». Татьяна Воробьева!